потому что не было визы американской, не могу получить. Но, тем не менее, я продолжал практиковать, продолжал тренироваться, хоть и без соревновательной практики. Там переводят, да? These last 2 years, they were alright. Unfortunately, it's definitely a shame that I couldn't compete for these 2 years. But you know, the situation was really hard. The COVID made the visa applications much difficult. But everyone's happy that Bellator now came here in Moscow and now we have a chance. Ну, несмотря на простой, я достаточно хорошо себя чувствую, я поддерживал форму, и вот эти 2.5 месяца подготовки мне показали о том, что я, в принципе, еще в той форме, в которой можно конкурентно выступать. Regardless of the fact of that 2 year pause, the past 2.5 months of training were perfect, and I realized throughout those 2.5 months, I realized that I'm still in shape, I'm still intact, and I still can run, and I'm still ready to go. Very happy to hear that. Where do you feel like you fit in the division right now? You weren't eligible for rankings because of your inactivity. So, do you feel like if you come in here, you get a big win, you're right in the title conversation? You could get maybe a title shot next or something like that. Из-за своего отсутствия в последнее время, где вы считаете, вы будете находиться сейчас в рамке после того, как пройдет бой? Как вы думаете, в зависимости от результата? Ну, мне совершенно без разницы, на какой строчке рейтинга я сейчас буду находиться. Мне важно получить реальную возможность продолжать карьеру, продолжать выступать как можно чаще. И если эта возможность у меня будет, я уверен, что я достаточно быстро поднимусь на те строчки, на которых бы мне хотелось находиться. I don't care at all, in fact, where in ranking I'm going to be after the fight. What is important to me is that I keep on continuing my career at MMA and Bellator, and once I get a hang of that, I'm more than positive that I'm going to end up on the top of the list. Igor? Vitaly, приветствую, это Игорь Лазурин. Рад видеть. Привет. У меня пара вопросов. Первый из них: за эти 2 года приходило ли тебе и насколько часто приходила мысль уйти, то есть закончить? И как ты себя удержал от этого? From that 2 year pause, how often do the thoughts of leaving, of giving up on the whole sport came into your head? Но за это время мысль завершить карьеру, уйти, лично меня не посещала по своей инициативе. Она меня посещала, эта мысль, гораздо раньше, когда я выступал в России еще. Но за это время я чаще, наверное, все-таки думал о том, как мне вернуть возможность выступать в Штатах, потому что на сегодняшний день у меня вполне достаточно нормальный контракт, который меня устраивает. Он действующий, у меня есть еще впереди с этим поединком, который мне предстоит, еще 4 боя. И я больше думал о том, как вернуть, восстановить возможность выступления, вернуть визу, сделать визу, оформить ее. Но, естественно, мысли закрадывались о том, что если этой визы не будет, соответственно, не будет возможности выступать. И выступать, кроме как там, в западных организациях, в частности, Bellator, я не вижу просто смысла. Российский промоушен, мне не хочется уходить на там, 2 порядка ниже по статусу организации, потому что достаточно большой путь проделан для того, чтобы выступать на принципиально другом уровне. Поэтому, конечно, если не будет возможности восстановить визу, ну, естественно, я же не буду сидеть и ждать следующего турнира в России. Он может быть через год, через 2, может вообще не быть. Поэтому, естественно, такая вероятность есть, завершение карьеры, но только в том случае, если мы сделаем все возможное для возвращения визы, но не сможем ее вернуть. Personally, I was not visited by the thoughts of giving up on the sport, nor the thoughts of leaving the sport for those 2 years of my pause.
But what I wanted to say is that it's been quite a journey of reaching that level of, you know, pro level of fighting here at Bellator. Obviously it is quite difficult with the situation that the American visa is still yet unavailable. And of course, if the promotion is not going to come to Russia anytime soon, of course it's going to be difficult. But my plans are to stay at Bellator and to stay in the sport, obviously, and try to work back the American visa into this whole situation. But obviously, if that's not going to happen, then in this case, clearly I'm not going to be sitting around and just, you know, waiting for another Bellator promotion in Moscow. Виталий, добрый день. Добрый вечер даже. Добрый. Ну, ни для кого не секрет, что вы занимаетесь очень плотно общественно-политической деятельностью. Чего в вашей жизни было больше за последние 2 месяца? Политики или спорта? In the past time, aside from the sport, you also had some activity in politics, activity aside from sport. What made you spend more time in the sport comparatively to spend more time doing politics and other things? Ну, я могу сказать так, что на спорт у меня было достаточно времени за последние 2 месяца. Для подготовки я вполне провел полноценную подготовку, несмотря на то, что у меня, да, были определенные активности и по другому роду деятельности. Но, тем не менее, все, что необходимо было сделать для подготовки к данному поединку, к данному турниру, я это реализовал. Поэтому на спорт у меня время было достаточно. I always had time to do sports, and I've had more than enough time to prepare for the training, to prepare for the MMA, for the sport of MMA. It's just that aside from that, I have other things to do, and I like to do other things, and that has never interfered with my ability to do the sport. Амбро. Виталий, здравствуйте. Саид, как и вы, тренировался в ATT, вы с ним пересекались там, и возможно ли такое, что он может что-то о вас знать? Вот он, например, сказал, что будет полагаться на борьбу. You and Saeed were both training at the ATT gym together. So is there any information that he might particularly know about you? Да, конечно, я с Саидом достаточно хорошо знаком. Мы тренировались неоднократно в ATT вместе и очень много стояли в парах и на тренировках по борьбе у Стива Мока. Но я думаю, что Саид несколько лукавит, когда говорит, что будет делать ставку на борьбу. Так как Саид действительно достаточно хорошо борется в партере, но не настолько, мне кажется, хорошо, чтобы прям делать на это ставку. Он достаточно хорошо работает в стойке. Он, в принципе, я могу его назвать универсальным бойцом. Он очень чувствительный, очень гибкий, очень взрывной, очень комфортный как спарринг-партнер, думающий боец. Но вот, хочу сказать, что я сомневаюсь, что он будет делать ставку на борьбу, но если вдруг он в этом аспекте захочет поконкурировать, я, конечно, буду рад, потому что это моя стихия. Саид и я definitely go back for some time, and we definitely know each other and definitely train together in the same gym, and we know each other quite well. When it comes to Саид is a very comfortable person to spar with, and with his except for his maybe a bit too big of a stake for wrestling, because he takes a stake on wrestling, and that makes him a very comfortable fighter in this case. Okay, 2 more here. Ilya. Виталий, здравствуйте. Два вопроса, так скажем, в одном. Скажите, какая сейчас вот ваша главная мотивация в ММА и насколько вы сейчас далеки от своей лучшей формы в карьере?
Можно еще раз вопрос? Какая сейчас ваша самая главная мотивация в ММА? Мотивация. И второй вопрос. Насколько вы далеки от своей лучшей формы в карьере? What is your biggest motivation in MMA right now? And what do you foresee in terms of your career? What do you foresee to come in the future? Ну, главная моя мотивация, конечно, полноценно вернуться в организацию и конкурировать за титул. У меня действительно есть большой интерес к тому, чтобы вернуть титул. Да, были разные этапы за последние годы, разные этапы, скажем, и отношения у меня к продолжению спортивной карьеры. Где-то я уже в какой-то момент времени о чем говорил, я уже думал о том, чтобы завершить несколько лет назад. Но на сегодняшний день я совершенно четко для себя понимаю и осознал, что у меня есть еще желание выступать, и есть желание и реальные возможности, силы завоевать титул. Потому что на сегодняшний день это вполне сознательно, потому что вся моя спортивная карьера именно в боях смешанного стиля, я к ней никогда не относился к ММА серьезно. До Беллатор это был просто такой, возможность отвлечься от спортивной борьбы. То есть, больше как хобби и возможность отвлечься, потому что я очень много времени проводил на сборах по борьбе. За много лет занятия этим видом спорта у меня уже, я начал уставать от этого. И когда появился ММА в моей жизни, это был такой свежий глоток воздуха, который дал мне возможность, немножко отвлекаться от на тот момент моего основного рода деятельности, выступления в борьбе с самбо. И вот я выступал в ММА. Когда подписался в Беллатор, тогда у меня появилась мотивация. Я начал думать о том, чтобы профессионально заниматься боями. И вот с 2013 года, как раз-таки, когда я выступил в Гран-при, когда появилась возможность подраться за пояс, я тогда сориентировался уже на ММА. Но все равно у меня не было такого четкого понимания, что я хочу этим заниматься долго. Вот на сегодняшний день я совершенно четко понимаю, что созрел внутри для того, чтобы осознать для себя, что я хочу этим спортом еще заниматься какое-то время, насколько мне этого хватит. Естественно, заниматься ради того, чтобы заниматься, нет интереса. Есть интерес завоевать титул, завоевать пояс, вернуть пояс назад. Тем более, сейчас дизайнерски по-другому выглядит. Я хочу, чтобы у меня такой же был. I'm not that far from the final state, for the peak. For the peak form that I've had, for me it was just a bit more difficult because I haven't always seen MMA as a professional career, something as that was relevant, something that was very very important to me until I came by the Bellator tournament in this case, because I was doing Sambo before. And back after 2013, and when I took a participation in Grand Prix, I realized that this is something that I could go for. This is something I can build my career on. And I decided to do it not for just the sake of doing it, but for the sake of actually reaching a title and achieving something in the sport. Okay, last one here. Igor? Да, Виталий, это Игорь Лазурин еще раз. Вот у меня какой вопрос. Насколько я знаю, идет некий судебный процесс между Dominance MMA, с которой ты сейчас работаешь, и Алексеем Чернаковым, с которым ты работал до этого. Насколько тебе это мешает вообще, и насколько ты в курсе, что там вообще происходит? Ну, на сегодняшний день менеджмент договорился, нашли компромиссное решение. И я думаю, что в ближайшее время все вот эти разногласия, недопонимания и вопросы друг друга, они будут закрыты. Well, the two teams had the two companies, if you will, had some legal issues which they now have managed to resolve or get close to the conclusion of resolution of that. And I believe that there shouldn't be any issues when it comes to that, and that everything should be settled soon. Hey, thanks, Vitaly. That was the last one.